Смотри, как подросла девочка. Доброе утро, она. Девочка высокая стала, смотри, какая. Даша, с днём рождения! Девчонки. Ну, осторожно. Что, пойдем дальше-то? Да идем дальше, после Сереги расскажем. Подушка. Гуся. Бебес бежит. Осторожно пойдешь. Тёма, извините, Гуся. Тёма, прости меня! Пошлите сюрпризы смотреть. Да, первый раз ночью. Ночью. Ух ты, 4 годика. Смотри, какие шарики у нас. Вау, какой дом, посмотри. Ух ты, как волшебно, посмотри. Тебе Элса придет. Тебе нравится, Дашуль? Вот подарки. Только домоходы. Холодно. Ну ладно, должно быть холодно. А вот подарки открывай. А посмотри, вот эту комнату. Ух, смотри, как украсили дом. А, подождите, я это покупаю. Да, где? Покажи, что ты покупала. Вот это. Нет, другие шарики, Даш. И чё, а подарки открывай. Это сюрприз. Ух ты. Да. Это подарки, а тетя Тереза. Это Тити тебе достала. Да. Маляйте. Ну-ка. Что это такое интересно? Мам. Что это? О, какое платье красивое. Посмотри, пожалуйста. Не, да нет, вот. Как раз, да. Смотри. Как раз. Я есть костюм вот этой. Да, первый раз ночью проснулись, Настя. Ждали. Да? Что сказала? Что справа? Что это такое доставать? Да вытаскиваем вот это, да. Это дизайн. О, какой, ну-ка. Открываем. Какой пакет огромный. Ну-ка. О, это что такое? Что это такое, Дашуль? Это что, юбка или платье? Горошек, да? Какой? Ой, какой. Батики, ой. Ну-ка. Покажите, прикиньте. Еще платье. Вот это мешок от банальных. Давай скорее, мы его уберем. Ой, еще платье. Ты, ух нас, ты. Тебе купила себе платье. Какие подарки у Даши красивые. Что там? Лебедь. Лебедь, да. Да, лебедь. Там, посмотри, какие платья. Да, лебедь, вот, смотри. Ух ты. Это майки. Да, ну какие интересные. А я с мини-дададжан. А, мы дададжан нам все убираем. Да, очень хорошо. Ты собираешься уже в Мексику? Не, показываем. А, вот. Это я купил. Да, у тебя какой чемодан. Вот все, в Мексику можно, видишь, ехать. Платье лейте. Это что, готово? Ух ты! Это не я нашел, это мешок воняет. Это мешок новый, просто с магазина так. Уберем. Дома тоже воняет. Срочно его вытаскиваем. Слушай. Быстрее. Ну-ка. Ух ты! Ну слушай, ты уже совсем взрослая стала. Ой, красавица. Покажи Насте, Сережа. Тыква. Где? Тыква. Тыква, да. Давай еще открывай. Большой самый подарок мне открыла. Малка.
Давай, открывать еще будем. О, вот это да, именинница. Ух ты, какое платье! Слушай! Ну-ка, Даша, примерьте, посмотрите. Подарки. Даша, Даша. Мало подарков. Да я в магазине игрушка. Вот это, вот ну, это. Ну, ты еще не закончил открывать подарки. Он еще, смотри, открывает. Ты посмотри на платье-то. Ой, как красиво. Еще открывай. Давайте посмотрим. Могу я приносить его? Конечно, могу. Какая сумочка, на танцы ходить, слушай. Это не... А как ты знаешь? Потому что я поискала уже все. Я поискала. Даша искала подарки за месяц вперед. Костюм. Проверяла все клозеты, да, Даша? Смотри, если балет. Будешь по это танцевать? Замечательно. Он еще открывает. А Тити? Ну, ух ты, а еще что-то. Один подарок открывай, давай, ну-ка. Давайте развязать тоже. Вчера всю ночь попробовала. Я тебе помогу развязать. Зай, так ты что делаешь? Дай тебе помогу ручками. Что же там такое интересно? Что это? Сказки на ночь. Это по-русски и по-английски, да. Смотри, одна страничка по-русски, а другая страничка по-английски. Очень хорошо. Ты же на двух языках разговариваешь. Будем читать на ночь. Открывай. Да. Давай еще подарок один. Тебя тут тетрадь написала. Даша из «Темного рождения». А пой вместе с этим. Я тебя люблю, Даша, Тити. Ну как хорошо, слушай. Такое пианино, смотри, с микрофоном у тебя, да? Я еще не... Это что? А вон еще два подарка. А вон там еще два подарка. А тети Лены здесь же живет. Идем. Вот так, пойдем. Ой, да. Ну-ка, постой, посмотри-ка. Посмотри. Такой водичка. Каяка! Каяка! Какая каяка! Ух ты, волшебная карета! Где же карета волшебная наша? Вот это, да, слушай, смотри, Даша на день рождения. Кататься будешь? Какая интересная карета! Мы ее, Дашуль, представляешь, она такая большая, что она даже домой не поместилась, наша карета. Да. Вот она, Буська. Вот это карета. Что, пойдем кататься? Оля, быстрее, Оля. Такую эту штучку. А это календарь. Давай мы с тобой календарь откроем. Смотри, сегодня у нас день рождения у Даши. Поставим 11 число. Сегодня день рождения Даши. Во вторник, в среду у нас танцы. Да. И это у нас какая книжка. Тигр. Тигр. О, смотри. О, хочешь с вами покататься? Мы однажды катались мы с вами. А-а-а. Это куда-то вставляется тоже дальше. Маленький музыка. Вот, мама, вот это вот туда ставим. Вставляем микрофончик. Микрофон тоже батарейки идут, мам? Да. И что, будем пробовать пианино сейчас? А это ничего. Давайте. А это что-то еще к нему подключается, наверное. А там еще что-то. Где наша инструкция, Дашу? Так, а это что, Даша, ты сказала? А, правильно, умница сейчас. К
чему это? Вот это надо вытащить. Правильно, открывается крышка рояля. Может, там кнопка есть, посмотрите. Вот она. А, она заклеена, наверное. Сейчас мы достанем. Вот. Правильно, вот. А, это подкорка под крышку рояля. Правильно, она в распорку стоит. Отверточка. Это отверточка. Доставай отверточку, чтобы открыть батарейку. Смотри, смотри как. Очень хорошая пианино. Мне нравится. Ну-ка. А спой песню Let It Go, Даша. Или с днем рождения. Давай. Ух ты. Это Леопольда. Да, с Леопольда похоже. Это Леопольда. Мы поминаем? А? Поминаем. Давай. А ты играй как. Мне приятно. Нравится тебе? Какая интересная музыка, да? Снежки! Воу! Какие снежинки, Дашуля! Поехали, Дашка! Воу! Вот это карета у Даши! Ты можешь побыстрее поставить? Давай! Вот это карета. Догоню. Догоню. Сейчас я Дашу поймаю. Догоню. Догоню Дашу.